Лещина. Погнали, все. Let's go. Эх, чё-то хэх. Эх, чё-то хэх. Крути сквад, помойку. Спящие собаки, помойку. Блядь, да какого хуя со старта? Да блядь! Топ-2 или вариант какой? Топ-2 вроде был. Блядь! Как? Пиздец! Какой кринж! И там все аниме осталось. Ну пиздец! Ну, это похуй, но, кстати, тоже игра, которая в топе была. Относительно. Топ-8. Ура! Давай, блядь! Топ-1, нахуй! До свидания. Это вам за... мою игру, которая... ну, единственную, которую я хотел поиграть. Бля, ну за что Dead Space? Еще одна игра, которая, в принципе, не вроде поиграть. Уже минус Blasphemous, минус Dead Space. Жизнь жестока. Я даже боюсь представить, что выиграть сегодня. Я реально боюсь представить. Сегодня выиграю какая-то нереальная хуйня. Прям нереальная хуйня выиграет, я вот уверен. О, минус Pathfinder. Спасибо! Спасибо! Так, минус диска Elysium, которая тоже абсолютно нестримабельна. Я не знаю, что в голове у тех, кто на нее закидывает. Как вы себе представляете мои стримы по этой игре? Так, минус Atomic Heart. Минус Террария. Сегодня, конечно, вариантов по 1000 очень много, по 1500. Я не ждал, что будет столько донатов. Когда я со старта поставил минималка 1000. Хорошо, хотя успел, ну, вовремя сделать 1500. Как раз вовремя, кстати, сделал. Минус Plague Tale. Минус аниме. Это же аниме, правильно? Твое имя. Но это не сериал. Минус Heavy Rain. Минус Крампен какой-то. Так, во что верим? Во что верим? Верим в не стримить неделю. Во. Но нужно еще выбить две анимехи. Еще две анимехи есть в топе. Надо их выбить срочно. Блять, почти Евангелион выбил ебаный. А-а-а. Кадава Шоучо. Шо-то таке. Зима какая-то. Минус покерный стрим. Оно и к лучшему. Блин, какая же хуйня сегодня выиграет. Эх, мне уже страшно. О, ура, минус аниме. Ура, 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 ура. Спасы.
Так, минус Pathfinder. Отлично, отлично, отлично. Дышим. Не стримить неделю. Пужи, пужи, пужи. Есть шансы хорошие на не стримить неделю. Ну как хорошие? Думаю, на данный момент процентов 10. Не больше. Там 4000 закинуто на не стримить неделю. Бля, Властелин колец выбили, но обидно. Но сейчас обидно было. Я думал, он там притаился, никто его не палит. Так, минус Shadow of War, это хорошо. Это игра по Властелину колец. Игры по Властелину колец меня не интересуют. Блядь, выбивают мои варианты. Оставьте хоть не стримить неделю. Пыжи, 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 пыжи. Там еще одно аниме осталось точно в топе. Вот это вот Джо-Джо надо выбить срочно. А, бля, приз Джо-Джо вынесите. Верим. Кстати, космические рейнджеры до сих пор остались. Это хорошо или плохо? А, минус диск Элизиум. Так, космические рейнджеры до сих пор есть. Там не стримить неделю есть. И есть ебаная Джо-Джо. Но самые топ-варианты вылетели. Те, которые были больше 10 тысяч, да? О, минус кухня. О, найс. Это хуй знает какая-то хрень. Для домохозяек что-то. Что-то явно унылое, блин, для хрен сетку. О, Тайни Банни вылетело, блин. На самом деле плохо. Учитывая, какие варианты остались, это хуёво, что так рано вылетело. Блин, блинский. Дарк Соси? Ха-ха, блять. Hero Wars? Ну, это хорошо. Какая-то мобильная параша. Aeterna Noctis. Slay the Spire. Так, ладно, поставим 10 секунд. Осталось 19 вариантов. Участников. Лотов. Made in Abyss. Бля, на самом деле там столько хуйни сейчас. Это пиздец. Блин. Ура! Домой! Минус аниме. Какая-то соседка, хрен знает, что это. Ну, блядь, ёбаный Алёша Попович выжил, сука! Выбить эту парашу. Я не знаю, что это, но я уверен, почему-то, что это параша какая-то. Но я не знаю, но я уверен. Ну, космические рейнджи, ну ладно. Жаль чисто по названию. Так-то не жаль. Блять, это Алёша Попович все еще жив. О, нет. Блять. Не стримить неделю! Не стримить неделю, живи!
О, Алёша Поповича, хуярь, хуярь его, блядь! А, сука. Так, осталось 11 лотов. О, Алёша Попович, хуярь его, хуярь, хуярь, хуярь его! Ебашь его! Ну, блядь, не почувствовал. Так, что осталось? Аватар, легенда там о чём-то. Return of the Obra. Jump King, Subnautica, не стримить неделю. Закрытая школа, Rayman Origins. Rise, Son of Rome. Demon Slayer. Смерть Венеции, фильм. Старый какой-то. Ну, блин, на самом деле, дохуя аниме осталось вроде, да? Как минимум два там аниме, или три. Я не уверен. Окей, минус фильм. Не стримить неделю, живи. Живи, дыши. Дыши, блядь, умоляю, дыши. Ааа, блядь. О, это аниме, да? Бля, это тоже, по идее, аниме. Бля, сколько там аниме, блядь? Половина лотов аниме, нахуй, как так? Ой, бля! Ой, бля! Дыши! Дышим! Не стримить неделю, дышит! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Дышим, дышим, дышим! Райс, сын дерьма, погиб! Не стрими неделю, живет, живет, блядь, ебаших! Аватар, легенда о хуйне, выкинь это. Так, гайс, 5 вариантов осталось. Субнаутика, Аватар, легенда об, блядь, Return of the Obra и закрытая школа. Сколько здесь аниме вопрос? Я знаю точно, что это и это не аниме, а это 3 это аниме. Блядь, а что так много аниме? Такое ощущение, что тут 3 из 5 может быть аниме. Что за хуета? Ой, нет, ой, нет, ой, нет, тихо, 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 дышим, дышим, дышим. Не стрими неделя лидирует, блядь! Ну что? Ну что, блядь? Тихо, 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 тихо. Айс. Ох, блядь, вот это кайф, сейчас вы... У, бля. Ху. О нет, о нет, о нет, о нет, 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 нет. Блядь. Так, это либо аниме, либо Субнаутика унылая. Это выживач какой-то под водой. Ой, блядь. Это, походу, аниме. Опять. О, нет, блядь. О, блядь. Опять аниме. Что это вообще такое? Аватар, легенда о банке. Бля, так было близко к дыханию. Так было близко не стримить неделю. Буду очередной мультик смотреть на Трова. Получается. Вот. Рестрим на Трова, которого нету сейчас. Ну, короче, вот на Трова я буду стримить этот Аватар, легенда об Анге. Очень круто, очень интересно. Просто прекрасно. Прощавайте, хлопцы-то девчата. Доброй вам ночи. Люби малята. Пока.